Вот, заходят сегодня 4 февраля. Это так, люди у нас заходят. Здорово, блин. 4 февраля. Потом ведь со мной поговоришь. Что-то модем выключается сам. Я ждал от тебя его. Ну, это тут на кухне раздевается. Любовь Николаевна тут считает, сидит. Батюшка побыл, заходит. Вот еще в дверях Валера захватил батюшку. Вот тут Неонила подошла с Потеряевки. Дочка ее, внучка Наталья там. О, Варвара Николаевна у нас тут пришла. Вот она где. Ну и что у нас здесь? Библия. Вот считать, что можно было. Сегодня у нас день. Отмечаем начало работы сайта. Вот такой торжественный день. Видите, как он, с икрой, еще только нету. Это до богослужения еще готовятся, сестры. Вот, пожалуйста, у нас Елисавета. Платье до полу. Любо мило посмотреть. Как они дружно здесь у нас. Всем хватает работы. Мой руководитель, барон. Написано в Евангелии, когда идешь на битву, посчитай, сколько у тебя войска, сколько противника сможешь исправить. Тогда, наверное, убрать, то не мешает, нет? Да, мы пока вот так. Куда они? Да, пока так. Пускай, да. А, пускай так. Да. Володя, хорошо. Давай. Вот сегодня будем говорить, какую пользу нам интернет принес. Интернет, начало работы сайта. Вот я здесь показываю все. Это книги, которые распечатаешь, 8 книг. 4 сразу сюда из пачки кладешь. Вот. Здесь 38 книг. Здесь берется, когда приезжают люди туда. Остатки. Уже все уходит. Эти книги будут искать, придет время. Искать будут и не найдут. Потому что они на каждой странице Слова Божие. В каждой книге 3000 примерно выдержек из Священного Писания. Стихотворение 36 строчек. Вот, даже могу показать. Ну, по 9 куплетов, это 36 строчек. Сейчас, здесь вот. И каждая строчка указывает место Писания, откуда взята мысль. Не было таких стихов в мировой истории. А важно это благодать. Показать, что нашего ничего нету. Вот представьте стихотворение и полностью, начиная с первой строчки, каждое стихотворение 9 куплетов, по 4 строчки. И вот, ах, как смотрится это интересно. Вот я выбираю, это открыл 8 том. Вот здесь еще одна. Посмотрите. Это знание Писания должно быть. И мысль соответствующая. Тут никакого ямба там и прочее нету. Просто изреченная мысль. Вот следующий открываю. Ну, 3467 стихотворений. Это все в книгах помещено. Вот они. И сегодня мы отметим это. Ну, данные какие, данные. У нас коллектив работает. Кто-то задействован был, помогали. В общей сложности около 12 человек. 12 человек. Из них программистов 5 примерно. Вот и Надежда Васильевна тут еще пришла. Вот тут уже другое. Ну-ка, здорово. Вот он, наши сестры. Разрешите глянуть к вам? Зайти. Проходите, смотрите. Посмотреть. Я хочу посмотреть на вас. О, Ваня, в великорусской рубашке с поясом. Знаете, а знаете, почему вот делали у косоворотки вот этот сбоку, не посередине? Почему? А почему? Ну, как вы думаете? Да я не думаю. Делай, да и все. Ну, кто-то предполагал, что здесь борода, и поэтому вот у русских... Вот чтобы не закрыть. Чтобы не... Да. Да, это выдумка. Нет. Борода бывает шире этой. У него сейчас без бороды у него. Ему-то зачем без бороды? Это выдумка, выдумка. Нет, это выдумка. А правильный ответ, я передачу смотрела, правильный ответ... Потому что, когда если расстегнули, например, умываются, да. Все, и наклоняются, и крестик выпадывал через это. Он и так выпадет, это Бог. Надумано все. Ну, вот как, например, «спаси Бог» начинает, почему это сокращенно «спаси Бог». Да никто не думал об этом.
Самое правильное объяснение, это появилось раньше, когда было хан, бата и прочее. Спаси, бай. Просили прощения. А в народе так ассимилировалось это слово. Вот они, наши сестры. Ну, это подвижная, суперподвижная, гиперподвижная. Не прыгай, не зачем. Гликерия, не надо ее, она и так на месте не стоит. Вань, это чисто. Соня. Это я в детскую попросился зайти, чтобы заснять, показать, как тут готовятся. Это Анфиса, Лизина сестра. Это вот полочки у них тут какие. Все. Это тут одежду свою развешивают. И там внизу, и вверху пробили мы два отверстия из кочегарки, чтобы вентиляция воздуха. Вот. Здорово, были. Вот смотрите, что написано. Вот найдите, в каком храме есть такое еще. Оно все оригинальное. И везде священное писание. Везде. И везде вот такие надписи. Наружи, внутри, где храмы. Идет везде видеозапись, интернет. И наружи наблюдение. Интересно? Да, интересно. Вот. Тут все. Хозяева все. Хозяйничают. Смотри, какое одеяние, как одето. А то, как у старообрядцев. Не замужем, пол головы открыто. Где, говорит, женщина, жена, это пол, а не то, что замужем, не замужем. А если она замуж не выходит, до старости дева осталась, и что, так без платка будет молиться? Глупости все это. Так, руками старайтесь не задевать, а то размажете. Вот. Сходил, и на работу ездишь? Пришел, и так продолжают здесь. Приготавливают трапезу. А какой праздник? Работа сайта. Вот так торжественно отмечается у нас. И поэтому нельзя нам бросить это дело. Василий, видишь, как он здесь прищепурился. Это благодаря Сергею Павловичу, тебя в люди выводит. А то люди заступаются, старик, уважение. Да какое тебе уважение-то, когда жил безбожник? Вот уважение сейчас будет. Еще не все понимают, какую роль играет Сергей Павлович в воспитании Василия Черепанова. Хреново из меня воспитатель получился. Все, увольняюсь. Это сейчас мы будем заходить уже. Так, мигнет свет, и все пойдут. За 7 минут зайти, и полное молчание. Ждем, когда откроются царские врата. В это время все молча молятся. Смотрите, так, сейчас я подойду и чахни светом. Выходим. Вот такой порядок. Где, в каком храме такое? Никого нет чужих, из посторонних никто. 5.43. Настоящая. Считайте, выходи, Деяния апостолов. И народ прославлял их. Вот так, все, выключили. Теперь заходит 7 минут с полное абсолютное молчание. Так, здесь выключим. И вы встаньте, чтобы только один стоял здесь. Взрослые все в храм. Остается только тот, кто занимается с детьми и мамки.